Интернет – это не биологическая форма жизни человека, но она более важна, чем биологическая. Интернет – это победа над собственным телом, потому что мы все, знаем это или нет, свое тело ненавидим. Интересно, что даже Анджелина Джоли имеет некоторые претензии к своему телу. Что же говорить про нас? У себя в душе мы восхитительные трехметровые блондины, мы восхитительные блондинки или брюнетки с широко развитыми символами изобилия на всех возможных участках тела. Но зеркало, к сожалению, особенно видеокамера, дает беспристрастный отчет о том, кто мы есть на самом деле. А вот интернет позволяет нам быть теми, кем мы хотим быть. Посмотрите на наши аватары. Это ж чудо, что такое, что можно о нас заключить только по аватару. А посмотрите, как мы восхитительно исполнены высокого вкуса, бескомпромиссного отношения к жизни. Как мы ловко все на свете охаиваем, особенно если нам лет 19. Некоторые это делают, впрочем, и в 30. Посмотрите, как мы, с каким отторжением мы относимся ко всему, что приносит офлайновая культура. Интересно, что мы до смешного гипнотизируемы этой той самой офлайновой культурой. Но стоит нам войти в интернет, как мы не оставляем камня на камне от всех, кого превозносит все человечество. И, конечно, из наших блогов, постов, наших реплик в чате мы сооружаем грандиозный монумент себе. В этом отношении интернет – это религия. Религия – это наука о том, что смерти нет, и как ее победить, и как вести вечную жизнь. Интернет – это наука о том же. Над нами больше не действует этот самый атмосферный столб, помноженный на земную гравитацию. Никаких 14 тонн в интернете мы летаем. Ибо, честно сказать, человек – это животное, которое обладает не только вегетативной нервной системой, но и высшей нервной деятельностью. Самая природная форма демонстрации этой самой высшей нервной деятельности – интернет. Очень прискорбно, что одновременно интернет – это и собрание отвратительных, малосозидательных, эпатажных, самовлюбленных, ничтожных в миру и в жизни, подонков. Ну, видите ли, и жизнь такая, и интернет такой. Ну, а как мир будет к тебе обращаться? Через интернет. Вот это скорее. Через Одноклассники, через живой журнал. Если у тебя есть собственный сайт, значит, через блоги на твоем собственном сайте. Это очень важно. Ну, интернет – это сейчас главная форма существования ноосферы, мыслящей оболочки Земли. Уже теперь не покупают пластинки, их скачивают. Уже теперь не ходят на концерты, их скачивают. Некоторые даже уже и не живут, они скачивают жизнь. Понимаете, когда я слышу сегодня о том, вот как трудно устроиться, я спрашиваю, как ты можешь, 18-летний человек, жаловаться на жизнь, когда у тебя есть YouTube? Но как в условиях существования YouTube можно не прославиться? Это при том, что камера телевизионная сегодня стоит $300. Как ты можешь сидеть в этих отвратительных интернетных, все на свете обсирающих блогах, без того, чтобы поднять задницу и попробовать сделать телевизионную революцию? Масяня родилась без всякого позволения, просто по цене таланта. Так делай это. Сегодняшние, например, приложения графические вообще пиратские, они не стоят ни копейки. Купи и занимайся этим. Понимаете? И заработаешь деньги. Ведь как они зарабатываются, деньги? Просто некто задумывается о том, что нужно большому числу людей, и усваивает те квалификации, которые позволяют удовлетворить потребность большого числа людей.